Так. Судя по наряду и по когтям, это фигурка из фильма «Черная пантера». Вариация костюма. Так, что у нас здесь есть? Шипы. Голова пантеры. Волосы. Так. Черные руки. Это, кстати, стильная такая фигурка. Что здесь можно посмотреть? Главный герой. Там за бородой такой мощный. Костюм этот Черной пантеры. Прикольно, все такое блестящее. Когти на ногах. Защита. Вот эти все геромбики. Это прям видно, что какие-то, может, вставки металлические защитные. На руке тоже они есть. На ноге защитные такие пластины. Спина. Весь такой полукибернетический, видимо. Ну, как бы такой супер нанотехнологии. Вот как раз волосы. И, собственно, шипы. Кстати, сюда шипы просто серые. Хотя у кого-то было на концах там такие остренькие. Были как ноготочки нарисованы. Вот. В принципе, вот такая вот фигурка. Получается, либо вариант снять голову. И полностью вот будет такой вот Черная пантера. Тоже здесь прикольная. На голове. Про все прорисовано. Ушки даже здесь такие рифленые вот в этом месте. Вот. Сзади тоже сверху выглядит классно. Либо так, либо так. Ну, можно два варианта оставить. Кому какой больше понравится.